Во Франции перевернулся автобус с россиянами. 3 человека пострадали серьезно, у них задет позвоночник, но жизни вне опасности. И еще 20 получили менее тяжелые травмы. Автобус вез туристов с горнолыжного курорта в аэропорт Гренобля. Всего в салоне, по данным местного центра дорожной информации, было 44 человека. О причинах аварии пока говорить рано, но подчеркивается, что водитель не справился с управлением из-за гололедицы. Автобус занесло, он съехал на обочину и перевернулся. Накануне почти по всей стране прошли снегопады и ледяные дожди, которые стали причиной многочисленных дорожно-транспортных происшествий. Руководство туроператорской компании, которая отправляла на отдых туристов, они вылетели уже во Францию с тем, чтобы там оказать им помощь. Работают наши консульские службы. Мы также связались уже с МЧС, которые подтвердили, что в случае необходимости, если туристам не смогут оказать нужную помощь во Франции, вылетит борт МЧС для того, чтобы привезти их на родину на лечение уже здесь. Все туристы были застрахованы, это горнолыжный курорт, как правило, там специальная страховка. Мы надеемся, что этих денег хватит на лечение наших туристов. В российской дипмиссии во Франции организован оперативный штаб. Там же открыт телефон горячей линии. Номер вы сейчас видите на своих экранах.